Приветствую вас. Как правильно сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, открытость каждый понимает по-своему, вот. И условно говоря, чтобы стать открытой вам, необходимо лучше, больше, полнее прислушиваться к себе, к своим чувствам, к своим желаниям, к своим реакциям, вот, и меньше думать об окружающих. Потому что, ну, как правило, когда человек ведет речь об открытости, подразумевается, что ему сложно доверять кому-либо. То есть, ну, сложно стоит вопрос доверия у такого человека. Вопрос доверия — это всегда доверие, значит, самому себе. Вот. Самой себе. Вот. И, соответственно, в первую очередь нужно смотреть на то, как вы относитесь самой себе, вот, как вы относитесь к самой себе, чего вы хотите для себя, насколько вы адекватно выражаете свои, значит, чувства, вот, насколько вы принимаете свои чувства. Вот. То доверие себе — это про данный аспект. Доверие себе — это про данную историю. Вот. Ну, собственно, вот примерно так можно вам ответить, в принципе. То есть эта история именно про реализацию себя, про реализацию самой себя без каких-либо ожиданий. Вот. Таких. Ну, прям серьезных, вот, без ожиданий, нацеленных на других людей, вот, по факту, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Но, видите ли, в этом есть, в общем-то, какие-то очевидно сдерживающие факторы для вас, потому что вы
не можете этого делать. По той причине, что имеет место быть запрет. Вот. Ну, где-то, в чем-то, как-то, да, у вас есть запрет. И мне кажется, что именно избавиться от запретов, а вам в первую очередь и нужно избавиться от запретов, от своей. Вот. Тогда все будет для вас куда более легко, чем сейчас. Потому что человека делают закрытым, как правило, стереотипы. Человека делают закрытым, как правило, различного рода интроекты, то есть какие-то нормы, ну, какие-то нормы, которые были внушены, значит, ну, другими людьми, да, вот, соответственно, если от них, от этих норм освободиться, а точнее, научиться их использовать для себя, просто для себя, то мне кажется, то будет все в норме. Вам будет гораздо легче. Вам будет гораздо легче. Ну, в принципе, так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. А будет легче, Анна, будет легче вам, если вы большее значение, именно большее значение, будете придавать своим ценностям, которые у вас имеет место быть. Вот мне кажется, что это послужит вам неким таким ориентиром путеводным. Вот. Хотя, конечно, могут возникнуть какие-то трудности с этим, вот, но я думаю, что примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Больше информации о себе вы не предоставили, поэтому, соответственно, нужно разбираться, что значит более открытый. На какой стадии открыт сейчас у вас находится. Это тоже очень важно понять. Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет дать вам какие-то рекомендации, либо определиться с психокоррекционной программой, которая поможет вам лучше себя реализовать. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.